Привет, малыш! Дай-ка угадаю, ты уже знаешь, что в бутылочках попадаются не только соки и молоко? Да ладно тебе, сегодня со всех сторон говорят, что без этого не обойтись. Это добавляют и в так называемые лекарства, и даже в конфеты. Возможно, ты уже видел картины, когда человек, выпив кое-что, теряет страх показаться нелепым, решается на то, что казалось глупым и неприличным. Руки и ноги становятся ватными, движения размазанными, а в голове все плывет. Давай будем называть это просто алкоголь. А что если это яд? Даже если тебе его давали мама или папа. Ведь если ты познакомился со спиртным, ты пригубил наживку. Ты рос, ты видел взрослых, они собирались за столом, в центре которого снова стояла бутылка. Они пили, становились веселыми, они называли это праздник. Дяди и тети снова и снова поднимали рюмки, бокалы, стаканы. Но когда жидкость в бутылке кончалась, надо было бежать за другой бутылкой. И, наверное, ты подумал, праздник без бутылки не праздник. Нет, дружок, эти взрослые одурачены и просто попались на крючок. В 20 веке придумали специальную, якобы научную теорию, которую распространяли среди населения. Ее назвали «теория культурного питья». Всем говорили, что она создана для борьбы с пьянством. По этой теории пить можно и даже полезно, только культурно и умеренно. Но когда ввели эту теорию, люди стали намного больше болеть, а количество пьяниц и алкоголиков в стране увеличилось в 10 раз. Все алкогольные изделия производятся на основе этилового спирта. Сейчас это не афишируют, но этиловый спирт – это не просто яд, но и сильнодействующий наркотик. А значит, у человека наступает привыкание и зависимость от спиртного. Пить в меру на самом деле означает быть алкоголиком, просто социальным. Как была колонизирована Америка? Жестокие войны, насилие, интриги, болезни и рабство. А еще был хитрый и коварный так называемый культурный обмен. Европейцы давали индейцам водку, одеяло и бусы, индейцы отдавали золото. Пьяных индейцев натравливали друг на друга. Дети индейцев стали рождаться больными и хилыми. Алкоголь стал социальным вирусом. Не кажется ли тебе, что в твоей стране нечто подобное происходит и сейчас? Ты спросишь, откуда берется алкоголь? И если он так вреден, почему его не запретят? А это огромные деньги. Производство спирта обходится в копейки, а вот продажа приносит алкогольной мафии гигантскую прибыль. Надо только сделать так, чтобы пили все, каждый день, от мала до велика. Алкогольная мафия не скупится на рекламу и псевдонаучные исследования, которые доказывают якобы безопасность и даже пользу алкоголя в умеренных количествах. Они тебе расскажут про европейские производство высочайшего качества, про то, что подделок не бывает. Но какая разница, в чем плещется наркотический яд? Алкоголь разрушает не только твое здоровье, он разрушает твою психику. Самое страшное, что с помощью алкоголя человек пытается спрятаться от проблем, а на самом деле только увеличивает их. Пытается приобрести смелость, веселье, раскрепощенность, любовь. Но на деле только портит себе жизнь, получая пьяную иллюзию счастья и горькое, мучительное похмелье. Разве не круче быть смелым и веселым без наркотика? 24 часа в сутки! Сейчас в кругу твоих сверстников выпить пиво, коктейль – это круто. Это называется расслабиться. Если ты пьешь с ними, ты свой, тебя уважают. Если откажешься, ты резко становишься чужим. Не бойся этого. Настоящим другом может стать человек, с которым есть о чем поговорить без спиртного. Окружи себя здоровыми, сильными людьми, которые уже чего-то добились, и ты сам станешь сильным.